Смотрите. Нет! Если успеете поставить лайк за 3 секунды, я покажу, что случилось с соседом. Погнали. Всем привет, друзья! С вами Игрок Адор. Сегодня мы будем проходить Story Mode Dark Riddle 2. Новое обновление, новые уровни. И называется этот уровень «Выходной». Наш Dark Riddle, он сейчас плавает в бассейне, но сегодня нам нужно его затроллить с этой рыбешкой. Прямо сейчас. Смотрите до конца, потому что будет очень интересно. Найдите способ испортить соседу отпуск. У него отпуск, я так и знал. У мистера Брэнси, вероятно, что-то найдется. Мистер Брэнси, ну что там? Ну что тебе надо? Слушай, у меня кое-что есть, посмотри вокруг моего дома. Что ж тебе такое может быть интересного? Опа! А теперь ты можешь найти ведро. Ведро? А где найти ведро? Только вот надо поискать хорошо. Миссис Агата, ну мадам Агата, ну пожалуйста, дайте мне какое-нибудь ведро. Мне нужно взять пиранье и пустить в бассейн этому соседу. Мэри, какие новости? Ну, Мэри, ничего нет. Давайте попробуем вытащить. А ну-ка, не получается. Очень странно. Шаулин, продашь мне ведро, пожалуйста. Нет у меня никакого ведра, елки-палки. Ладно, как скажешь. О, товарищ полисмен. Эй, что? А, тебе ведро нужно? Да, там какой-то сосед дурацкий начал отдыхать. Отпуск якобы взял, от кого, не знаю. А, ну отпуск, наверное, от ребятишек. Опа, смотрите, там вышка-то есть еще до сих пор. Тут какая-то повязка. Вау, кажется, кое-что изменилось. Что? Это новый туалет соседа? У-ху-ху. Жесть какая-то. Но нужно найти ведро. Мне кажется, ведро где-то сверху. Давайте быстренько. Опа! У нас закончилось время, но ничего страшного. Е-е-е! Смотрите! Что? Чё за дичь? Как нам сюда? А-а-а! Нужен ключ на кухне соседа. А чё, я не могу отсюда забрать, что ли? Очуметь. Почему-то все двери открыты. Где замки этого соседа? Он решил открыть все? Ха-ха! Чего? Как это возможно? Вау! Полностью все открыл. Спустимся вниз. На кухне, говорят, есть ключ. Ага. А вот и ключ. Давай заберем. Соседушка, он там плавает в бассейне. Сейчас мы его затроллим. Потихоньку забираемся сюда. Так, мы открываем эту решетку. Ничего себе, этот сосед-то поставил решетку еще. Забираем, попробуй поймать пиранью. Да ладно, это еще какой-то квест. Получается, нам еще его ловить нужно, это пиранью. Да вы издеваетесь. Эй, иди лови пиранью. Нужно затроллить этого дурацкого уничего соседа Dark Riddle. Да, я с тобой согласен, полисмен. Но это не просто так еще словить эту пиранью. Берем мы в руки сетку и давай ловить. Так. О, нужно нажимать. Посмотрите, главный герой слева. Он у нас вырос намного и стал подростком. Вау, он же был маленьким. Друзья, а вы как думаете? Напишите комментарии. Ты поймал пиранья, ведро с ней в твоем инвентаре. Подкинь пиранья в бассейн соседу. А пупеть. Это что за KFC? Так, у нас тут шоп есть, отлично. Вот такие вот дома тут у нас. Тут еще есть какой-то автомат. Что-то выдает. Интересно. Сосед, здорово! Он тут отдыхает, действительно. Так, пиранюшку мы сейчас бросим. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Бар. Осуждаю алкоголь. Нельзя пить его. Тут у нас дичь какая-то. Вот тут можно сидеть. Он тут играет с песочницей. Эй! Кто там разговаривает? Мешает мне отдыхать, у меня отпуск. Я решил на отпуск поехать, возле своего дома бассейн находится. В отпуск поехал возле своего дома. Точнее быть, просто пришел. Ай, что ты там держишь? Я держу пиранья, чувак. Что это такое? А, пупить. А, гриль. Сейчас в следующих роликах мы будем троллить его через гриль, кажется. Я чувствую, да. И... Раз. Кидай! Так. Ух ты! Какой уже, смотрите, молодой человек уже стал, да? Я. Так, смотрите. А, так. Нет! Чё такое? Кто это сделал? Ё-моё! Жесть какая-то! Так, пойду поплаваю.
Блин, все, вроде выкинул эту пиранью вонючую. Что там у нас? Знаешь, что делает сосед? Давай узнаем. Полисмен, как делишки? Будем еще экспериментировать, кстати. Там есть пушка фермера. Будем полицейского кидать к этому соседу в бассейн. Либо всех этих персонажей. Вы готовы лицезреть эти эксперименты? В следующем ролике обязательно подпишитесь на канал. Без этого никак. Пушку давай заберем на всякий случай, чтобы, если что, словить этого соседа. Что у нас там делает сосед? Сосед? Ай, так. Дайте, пожалуйста, мне выпивку. Только я не знаю, у кого просить. Ладно, сам возьму. Ха-ха-ха. Бармена нет. Да ладно, найдите слабительное для соседа. Воу! Ёшелы, моёшелы! Ты это видел, как он прыгает? Ты чё такой резкий, а? Как пуля дерзкий. А вот и автомат. Отсюда можно слабительное взять. Кидай. И давай. О, посмотрите. Прям настоящая головоломочка. Это мне нравится, это не... Так, подожди. Секундочку. Так. Ага. Это не просто так. Вот отсюда мы заводим. Отсюда мы приводим, так сказать. Даже не знаю. Вот так вот, смотрите, получается вроде бы. Ага. А что тут дальше делать-то? Что? Что я сделал? Ха! Заберите слабительное, я выиграл, ура! Этот автомат классный, сломай двери туалета. Ты издеваешься? Какого лешего? Двери туалета соседа. А, я это люблю. Рушу соседа дом. Давай прямо сейчас мы это сделаем. Мы нашли туалет и сзади его дворика. Нужно разрушить как-то, да? Ага. И как нам это сделать? Что? Что это такое? Очуметь. Так. Как разрушить двери туалета? Заберите слабительное, сломай двери туалета. Ну как это сделать? Чувак, подожди. Мы так не договаривались. Слышь, чувак. А где твой туалет и как сломать двери? Давай ты объяснишь меня, пожалуйста. Может быть, какой-то молоток взять нужно. Так, подожди. Еще один туалет? Ха-ха. Да ладно. Подлезь слабительное. Сосед, ты ничего не видел? Так. Грак. Так, мы не сломали, да, ничего? Чувак, успокойся! Так, эй! Ну-ка, слез сюда быстро! Ты чё, сдурел, что ли? Так, чувак, успокойся, успокойся! Так, где моё супероружие? Я её не вижу. Хоп, я на туалете! Эй, слезай давай! Совсем офигел, маленький мальчуган вонючий, пердун! Так, успокойся, сосед! Чё ты такое злой? Иди давай, плавай в своём бассейне! Я и так-то иду, ты мне мешаешь! Да ё-моё, ты чё меня замечаешь-то, не пойму! Так, подлейте слабительное. А-а-а, кажется, нужно подлить слабительное. Как бы его коктейль, правильно? Все, мы сломали дверь, побежали. У-у-у, мы плаваем в водичке. Так, подожди. Вау, сосед, смотрите, плавает. Так, давай. Yes. Так. О, нет, мой живот. О, нет. Быстрее! Блин, дверь закрыта! Какого лешего? Нет! Ё-моё! Оу! Оу, чинока-поу, чувак, ты куда улетел? Жесть какая-то! Друзьяшки, сегодня мы попробовали пройти два уровня, и у нас получилось! И я хочу узнать, сколько осталось у нас уровней? Еще три уровня! Супер! Прошли два... И еще мы будем делать эксперименты скоро. Поэтому смотрите ролик до конца всегда про Dark Riddle, потому что интересно узнать, какой будет конец. Все, на этом все. С вами был я, Игрокатор. Всем удачи, всем нравится, всем хорошего, делать добра. Не дай зла, будь сильным, пассивный городской вплеск, дымное барбекю и глубокий синий бассейн. Все, всем пока.